Всем добрый день. У нас прекрасный солнечный день. Все как обычно. Урал рулит, как и вся наша великая и могучая страна Россия. Сегодня мы расскажем про лавки. Смотрите, лавок у нас огромное количество. Даже вот такие есть эксклюзивные. Правда, они все в пыли уже, так как стоят на выставке под открытым небом. Но если кто-то хочет, мы изготавливаем новые. А если кто-то хочет с выставки, мы их продаем с супер скидкой. Вот так вот. Вот такая лавочка. Это делали в Челябинскую область, в парк. Очень огромное количество, больше 100 штук. Вот такие интересные волнообразные лавочки. Идем дальше. Это обычная лавочка такая. Вот. Потом заходим сюда, где у нас тут выживающие огурцы растут. Здесь тоже такая вот со скругленкой спинкой. Тоже все оцинкованное. Но эти лавочки идут разборные. Их отправляем в основном по России. Почему? Потому что у них спинка идет отдельно, тяга отдельно и середина отдельно. Все это собирается, и жесткость, спинка, и вот это все разборное. То есть боковая часть, средняя часть и там боковая часть. И все это соединяется с помощью прогона и самих досок. Вот. Идем дальше. То есть форм огромное количество. Здесь тоже делали вот такие огромные лавки. Огромные, стояла она с год. Видите, как чуть ли не лежак целый заказали. Заказывали у нас. Такая прям массивная, большая, тяжелая. Она очень тяжелая лавочка. Столько, видите, много бруска, огромное количество. Вот такие есть. Идем дальше. Как бы раскладывать, еще много очень продано их с выставки. Не делали, не обновляли. Вот такие. Тоже это на детские площадки изготавливали по заказу. Есть без спинки. И вон там видим со спинкой. Ну вот они стоят. Также есть просто прямоугольные, как лавки. Видите? Всевозможные. Уже все выбрали за лето. Даже образцы выкупили, потому что давали хорошую скидку на образцы. Заходим сюда. Вот они, видите, полукруглые стоят. Вот есть даже на два сиденья. Все в пыли с улицы занесли. Вот. Разделение прямая. Из 60 на 60 трубы. Это оставили на выставку специально с какого-то заказа большого. Это уже делали. Вот космос. 60 на 60. И графитовая покраска. Графит цвет вроде бы покраска каркаса. Вот. То есть по форме любые. Также мы изготавливаем лавки, какие вы захотите. Например, по вашим эскизам, чертежам. Всякие переходы. Домики. Вот, поэтому смотрите нас, все вам расскажем, все покажем. Так вот. Сейчас потом сделаем пост и расскажем, из чего они делаются, изготавливаются и по ценам. Если будете писать, пишите.